Всем привет! Это Марат и Fusion Technologies. И сегодня мы поговорим о подготовке покрытию базовым лаком. Для этого мы сначала должны зачистить деталь, нанести риску абразивом и загрунтовать. Для примера возьмем алюминиевый диск. И получился у нас вот такой результат. Также снутри. Приступаем к грунтованию. Теперь наш диск положим в печку. Вот сюда, на самый верх, чтобы было пожарче. Итак, мы загрунтовали наш диск. Вот он после сушки. Здесь нам помог эпоксидный грунт. Вот кроме отличной адгезии к разным металлам, у него еще хорошая рассекаемость. И он ложится в глянец. Средства И вот мы залакировали наш диск. Не забудьте после того, как вы залакировали, помыть пистолет, еще подержать 20 либо 30 минут при обдуве. И после этого только сушим. Прошло 4 часа сушки, и вот наш результат. Сейчас мы его покажем на свет. Этот диск мы сушили 4 часа при 60 градусах. Мы рекомендуем сушить детали не менее 3 часов при 60 градусах. После этого только получается хороший обжиг при металлизации. Но об этом в следующем видео. С вами были Fusion Technologies и Марат.